Друзья, всем привет! Сегодня мы снова говорим о гипергидрозе, на этот раз о способах борьбы с ним. Кстати, о том, как работать мастеру с такими непростыми клиентами, смотрите в нашем прошлом видео, ссылку мы прикрепили внизу. И там же есть ссылка на наш инстаграм, так что не забывайте подписываться. Итак, лето, жара, потоотделение увеличивается у всех, особенно тяжело тем, кто страдает проблемой гипергидроза. Гипергидроз – это повышенное потоотделение, причем не на всей поверхности подмышек или стоп, а на отдельных их участках. Существуют уходовые средства против гипергидроза и радикальные, то есть решающие проблему раз и навсегда, ну или по крайней мере надолго. Помог нам в них разобраться наш друг, эксперт, врач-дерматолог, дерматоонколог Кирилл Новиков, работающий в одной из московских клиник. Ссылку на его инстаграм-профиль мы тоже прикрепили внизу, чтобы вы могли с ним познакомиться и при необходимости получить консультацию у него по этой проблеме. Итак, обо всем по порядку. Давайте начнем с того, что можно купить в любой аптеке. Вот они, 4 противогидрозных монстра, разных по цене и по своей силе против атакующей нас влаги. Начнем с самой безобидной штуки, это цинковая паста, смесь вазелина и оксида цинка. Старинное средство, которое применяют против гидроза уже много-много лет. Это дедовский способ, не самый эффективный, но зато абсолютно безопасный. Пасту можно применять даже у грудничков, если они страдают от опрелостей. Наносим пасту на чистую и сухую кожу подмышек и стоп, уделяя большое внимание области между пальцев. Слой пасты должен быть очень тонким, чтобы не появилось вида белой замазки. При желании цинковую пасту можно втирать и в ладони. И, кстати, друзья, это довольно приятная, неотвратительная штука. И что лично мне очень нравится, что это средство подходит для чувствительной и тонкой кожи, которая у нас под мышками. Ее можно использовать даже в день депиляции. Никаких побочек она дать не должна. Втирать пасту можно до 3 раз в день, хотя в этом и кроется ее основной минус. Итак, друзья, главный плюс цинковой пасты – тотальная безопасность этого средства. Его можно использовать даже деткам. Главный минус – слабая эффективность по отношению к реальному гипергидрозу. Его нужно втирать 3 раза в день, тогда эффективность, скорее всего, будет, но это вряд ли кому-то удобно. Если же использовать его каждый день по утрам вместо дезодоранта, то подойдет он лишь тем, у кого нормальное потоотделение. Так что считайте его, ну, таким своего рода веганским дезодорантом. Второе средство в нашем обзоре – это паста Теймурова. Тоже старое средство, но не всем известное. Итак, читаем состав. Формальдегид, видимо, это угрожающее слово. Причем, читая в интернете про это средство, мы наткнулись на отзывы, в которых люди обсуждали состав пасты, и им не нравилось аж 2 компонента – свинец и формальдегид. Но, друзья, на нашей упаковке пасты никакого свинца нет, только формальдегид. Как, кстати, и у третьего нашего средства – формагель, главное действующее вещество которого – тоже формальдегид. Формальдегид – органическое соединение, бесцветный газ с резким запахом, в больших концентрациях ядовит. Он же формалин, то есть его водный раствор, в котором хранят органические экспонаты в музеях. Средства, в составе которых есть формальдегид, относятся к средствам химической деннервации участков гипергидроза. Химическая деннервация в данном случае – это отключение связи нерва и потовой железы. То есть нерв не посылает сигнал потовой железе потеть, и она не потеет. Потеть человек не будет 7-10 дней, иногда даже до 14 дней после первого нанесения. Так обещает производитель. Очень удобно. А что насчет безопасности? Давайте спросим у врача. То есть, если есть индивидуальная непереносимость, то это можно встретить. А так, если бы она выражена раздражающим действием, а обладала, да, то, наверное, у нее популярности на рынке не было бы. Поэтому чисто индивидуально. Что же касается эффективности этих средств, то я думаю, попробовать их стоит каждому, кто ищет эффективное средство от пота. Стоят они весьма недорого и продаются в каждой аптеке. Что же касается наших экспериментов, которые мы с ними проводили, то результаты весьма неоднозначные. Кому-то эти средства помогли, на кого-то не повлияли ничуть. Друзья, если вы использовали эти средства, то, пожалуйста, оставьте свой комментарий о своем опыте. Я думаю, что многим интересно будет почитать мнения и отзывы других людей. Использовать эти средства хорошо после душа, на чистую кожу, но важно вытереть ее насухо, причем так, чтобы не осталось ни одной капельки. Влага препятствует проникновению препарата. Наносим тонкий слой втирающими движениями, особое внимание уделяем области между пальчиков.
Паста Теймурова оставляется на теле, как цинковая паста. Разница лишь в том, что ее наносят один раз в день курсом 3-4 дня подряд. Эффекта должно хватить примерно на неделю. Будьте внимательны, эту пасту нельзя наносить сразу после депиляции. Также на раздраженную, очень чувствительную кожу, а также на кожу с нарушениями целостности покрова или трещинами. Формагель наносят как аппликацию на нужную область на 30-40 минут, а затем смывают. Но, друзья, парадокс в том, что у наших подопытных с гипергидрозом эффект от препарата был, пока формагель был нанесен на кожу, а когда смыли, эффект закончился. Однако я все равно стою на том, чтобы перед тем, как действовать радикально, стоит испробовать все косметические средства. Наше последнее средство из аптеки – это известный дезодорант длительного действия Dry Dry. Это довольно дорогое средство, цена порядка 900 рублей. Производится оно в Швеции. На упаковке читаем. Средство необходимо наносить за час до сна, при этом кожа должна быть абсолютно сухой. Утром рекомендуется смыть нанесенное средство с поверхности кожи, пользоваться 1-2 раза в неделю или по потребности. Dry Dry по праву считается лидером среди средств длительной защиты от пота. И он действительно хорош, легок в применении и нереально крут по эффективности. Но и у него есть свои недостатки. В составе Dry Dry содержится алюминий, крайне токсичный для человека металл. И хотя содержание его в препарате невелико, все же у специалистов это вызывает вопросы и недоверие к такому составу. А вот с металлами все сложнее. С тяжелыми металлами, да, они у нас накапливаются. Так это быстрее. То есть, по сути, к свинцу и алюминию вы относитесь прям хуже, чем к формальдегиду? Негативно, да. Формальдегид, хотя бы органика, что-то как-то у нас система детоксикации придумает, что с ней делать. А вот с металлами у нас сложнее. И вывод тяжелых металлов из организма тоже сложно. А если у них нейротропность, еще интереснее, да? То есть, получается, нервные ткани не могут аккумулироваться, накапливаться. Кстати, в сети много комментариев насчет Dry Dry. И причем не об его эффективности. Здесь в большинстве случаев все согласны с тем, что он нереально круто работает, а о том, как он воздействует на кожу. Он может вызывать раздражение и даже аллергическую реакцию. А вот какое средство точно не вызовет у вас раздражение и аллергию, так это природный кристаллический дезодорант. И это наш последний воин в борьбе с гипергидрозом. Такие природные дезодоранты добывают в Таиланде, на Филиппинах и в Юго-Восточной Азии. Основной компонент – квасцы или соли алюминия сернокислые. Продукт распада лавы из вулканов и древних горных пород. Природный дезодорант «Кристалл» не содержит примесей. Его добывают в чистом виде, вручную разделяют на части, формируют необходимую форму, затем шлифуют и оформляют в упаковку. Использовать их можно по-разному. Натирать им проблемные зоны, предварительно смочив кристалл водой, или можно сделать водный раствор с этим природным кристаллом. Для этого нам потребуется обычная терка. Ну что, друзья, попробуем натереть на терке? Самой мелкой терке, но трется очень хорошо. Мне нужно натереть всего пол чайной ложечки на примерно 50 мл воды. Сделать это довольно быстро, я так понимаю, у нас получится, потому что он мгновенно разлетается. Сейчас попробую на более крупный. Ощущение, как будто трешь твердую картошку для драников. В целом это быстро, и я вон уже сколько натерла за примерно полминутки. Так что, друзья, нет ничего невозможного. Ну вот, друзья, что у нас получилось. Мгновенно растворился, достаточно просто хорошо взболтать. Получился такого слегка мутноватого оттенка, но абсолютно однородный, нет даже никакого осадка. В общем, осталось только проверить его эффективность. Но мне уже нравится этот самодельный спрей. Кристалл препятствует размножению бактерий, подсушивает кожу и таким образом предотвращает появление неприятного запаха пота, который появляется в результате жизнедеятельности вредных микроорганизмов. Главный плюс кристаллического дезодоранта в его удивительной способности убирать запах. За это его очень многие любят. Но есть и минус. Как таковой борьбы с гипергидрозом он не ведет. То есть потеть с ним вы будете так же, как и без него, но только без запаха. Однако смею предположить, что люди, страдающие от гипергидроза, вряд ли мечтают избавиться только от запаха. Скорее всего, они хотят не потеть совсем или, по крайней мере, потеть немного. И в этом случае лучше всего подойдут радикальные меры. Переходим к ним.
Итак, если вы хотите не потеть минимум полгода, то следует обратиться к врачам. В их арсенале есть минимум 3 процедуры для избавления от проблемы гипергидроза. Итак, первое – это постановка инъекций ботулотоксина. Препарат называется Диспорт, и именно его применяют при коррекции мимических морщин. Вторая процедура – это пройти несколько сеансов радиоволновой или радиочастотной денервации с помощью специального аппарата. И, наконец, третье – это хирургическое удаление части потовых желез. Вот так выглядит косметологическая процедура постановки инъекций Диспорта. Сначала врач делает пробу Минора. Это йодно-крахмальный тест, чтобы установить области максимального выделения влаги. Туда и будут вводить препарат. Диспорт отключает связь нерва и потовой железы, и она перестает выделять влагу. Уколы можно поставить во все зоны – ладони, стопы, подмышки. Стоимость порядка 15-20 тысяч рублей в одну зону. Эффективность хорошая. Вы не будете потеть минимум 6 месяцев, а то и до года. Препарат, я считаю, ботулотоксины на настоящее время самые изученные, потому что они используются в стольких сферах. Они и в педиатрии используются, и в офтальмологии, в кардиологии. Тоже где-то статья была, что после операции на сердце предупреждают там развитие аритмии, в урологии используют. То есть много-много-много. Это не только косметология. Второй способ, о котором мы рассказывали, это радиоволновая или радиочастотная денервация с помощью специального аппарата. Способ этот довольно редкий, есть он не в каждой клинике, так как техника сложная, такой аппарат стоит порядка 6 миллионов рублей, сами понимаете, он есть не везде. Способ этот заключается также в денервации участков гипергидроза, так же как с диспортом, только отключать связь нерва и железы здесь будет не вещество, а волна. Чтобы эффект был, нужно пройти 3-4 процедуры на одну область. Стоимость одной процедуры порядка 6 тысяч рублей. Итого на одну область получается 20-24 тысячи рублей. Потеть вы не будете 6-12 месяцев, как говорят специалисты. И, наконец, самое кардинальное решение – взять да и отменить потовые железы, вырезать их как класс. Хирургический метод удаления потовых желез похож на метод липосакции, то есть выкачивание жира с помощью канюли. Это такой медицинский инструмент в виде трубки. Трубка в данном случае будет направлена в кожный покров, где и находятся потовые железы. В процессе операции будет удалена примерно их 1/3. Считается, что они могут восстановиться, но в любом случае это произойдет не скоро, эффект от операции будет долгий. Правда, ради такого вам придется погрузиться в общий наркоз и лечь на операционный стол. Ну и, конечно, никто не отменяет возможности остаться с очень некрасивым рубцом. Шрамы, как известно, мужчин украшают. Но вот для девушек получить такой рубец – сомнительное удовольствие. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. В комментариях пишите о своем опыте борьбы с гипергидрозом. Возможно, вы используете какие-то свои средства, уже знаете новые методики, а возможно, вы что-то используете из того, что описали мы. В любом случае, нам будет интересно почитать ваш опыт. И не забывайте подписываться на нас в Instagram, ставить лайки и делиться этим видео с тем, кому оно будет полезно. Ну что ж, всем пока, до новых встреч!